Пришел обед. Я все еще худею. Ц. Прекрасно. Сейчас я вам покажу, что я наваяла себе на обед. Ну, честно сказать, я уже голодная, как собака, как зверь, как волк, ну, в общем, как какое-то животное, как сказала одна комментатор, что ей, ну, в общем, ей стало жалко моего мужа, сказала: не мучьте мужа своими диетами, как будто бы я мужа на диете держу. Вот чудят. Говорит: не мучьте мужа своими диетами, мой муж в знак солидарности с вашим назвал вас животным. Та-да, я ж голодная, голодная как зверь, как животное. Ну, в общем, животное. Я ей посоветовала, чтобы она сказала своему животному, чтобы он лучше за ней следил. Лучше за ней следил, чем за мной. Вот. В общем, привет. Ой, вы знаете, я так люблю хейтеров, как выяснилось, так весело с ними. Пишите, не стесняйтесь, пишите, не стесняйтесь. Я, если буду злая, отвечу по полной. Если буду добрая, тоже отвечу более нежно, ласково. Ну, в общем, там посмотрим. Пишите, уважаемые. И хорошие люди тоже пишите, а то хорошие люди молчат, а плохие пишут почему-то. Ну или равнодушные не пишут, которые зашли, посмотрели, что тут никакого Самвела нету, одна я, и быстренько и умотали. Какой Самвел? Не, слышите, ну какой Самвел? Вы хотите, чтобы меня Самвел что, с ложечки кормил, чешу? Самвел идею подал и все, рассказал, как он худеет, да и все, а я рассказала вам, и что я так тоже решила делать. В общем, поехали дальше, обедаем. Есть у меня вот пустая тарелка. Нолик на весах. Итак, что у меня есть? А есть у меня картошечка пюре. Ну, вы скажете, какой дурак худеет на картошечке. Ну, я хочу картошечки. Я со вчерашнего дня, считай, ничего не ела. Не, ну, с утра, конечно, ела творожок. Так, сколько ж я картошечки хочу? Ну, грамм 300, наверное. Картошечки, ну, сколько тут? Это 122 грамма всего-то, нет, 300 грамм это будет до хрена, наверное, мне. А ну давайте посмотрим, сколько это будет 200 граммов картошечки. А ну, 179, о, 220. Ну я думаю, гляньте картошечки, ой, блин, слюни текут. Как у бешеной собаки, точно. Как у собаки Павлова. Боже, как я хочу есть. Вы представляете, сколько удовольствия я сейчас получу от этой еды. Для меня она вообще кажется сейчас... Ладно, 250. О, 243. 250. Видали, как я уже наблатыкалась? Взвешивать. В общем, картошечка пюре. Брошу маслечко сюда еще сливочного сверху, потому как картошечка у меня голая, на водичке. Ой, бедный мой муж. В общем, кусочек масла такой. Сюда. И вот сюда. Все, сейчас оно растает. Я люблю, когда картошка с маслом плавает. Так, и есть у меня еще котлетка. Котлетка. Вот котлетка моя. Котлетки здесь по 90 грамм у меня. С морковочкой, с лучком. Абсолютно диетическая. В общем, как я готовлю такие котлеты, я оставлю ссылку под видео. Посмотрите ролик, кому интересно. Абсолютно просто, легко и быстро. И диетично. В общем, то, что надо для похудения. Ой, ну вы посмотрите, какой у меня сейчас будет обед. Это ж сплошное удовольствие и радость. Все прекрасно. А еще у меня есть огурцы. Молодцы, солененькие. Тоже квасила этим летом. Квашеные огурчики.
Так что я, наверное, воспользуюсь, не знаю. Да, наверное, огурец. Упарю целый. Ашу. Вот. Ну, в общем, гляньте. Вы только посмотрите, какой обед меня сейчас ждет. И кусочек хлебушка. Ой, не могу. Ой, огурцы ж они что же, знаете, какие полезные. Там же находится селен, микроэлемент такой, знаете, или селен, селен или селен. В общем, он такой полезный, оказывается, этот селен. Вообще-то он является ядом, но в микроскопических дозах это такая штука полезная, вы себе представить не можете, особенно для женщин. Во-первых, он отстрачивает наступление климакса у женщин. Ну, то есть отодвигает его куда подальше, туда, куда подальше, климакс. Затем, если вы хотите зачать ребенка, чтобы побыстрее этот прекрасный момент наступил, тоже нужно кушать витамины, где есть селен, в которых содержится селен или селен, как правильно, кто знает. Ну, в общем, хотите детей, ешьте огурцы соленые, квашеные, и будут вам дети, и будет вам счастье. Ешьте, девочки, огурцы, и мальчики тоже. А еще селен не дает, предотвращает рост различных миом у женщин. Ну что, вот, два кусочка хлебушка беру еще себе. И вот мой обед. И, конечно же, цикорий. А это мой ужин. Стаканчик кефирчика выпью и пол апельсинки скушаю. А то что-то я забыла сегодня про овощи и фрукты. Кроме соленого огурца сегодня ничего и не лупала. Так что стаканчик кефирчика 2,5% жирности. Я 1% не пью. То такое, никакое. И пол апельсинчика. Так что спасибо всем, кто сегодня худел со мной. Ну и кто не худел тоже. Пока-пока. Надеюсь, до завтра. Завтра поживем, увидим, буду ли я завтра худеть. Посмотрим, сколько я буду завтра весить. Ой, вдруг опять 59 после той котлетки и картошки.